Китай продолжает расширять экономические реформы. В силу географического расположения столпом экономики провинции Хэнань всегда было сельское хозяйство. Она находится в северо-центральной части страны и не имеет выхода к морю. Но здесь смогли недостаток превратить в преимущество. В настоящее время регион становится крупным транспортным узлом не только внутри страны, но и в рамках международной инициативы «Пояс и путь». Из столицы провинции города Чэнчжоу передает наш корреспондент. Этот огромный лайнер принадлежит одной из крупнейших европейских авиакомпаний «Карголюкс», осуществляющих транспортные перевозки по всему миру. Он прибыл в столицу провинции Хэнань Чжэньчжоу из Люксембурга, чтобы загрузить десятки тонн различных китайских товаров, от электронных приборов и автозапчастей до продуктов питания и предметов первой необходимости. Это Боинг 747-400. Он весит до 400 тонн, но при этом на борт способен взять 120 тонн груза. 4 года назад Чжэньчжоуская экспериментальная экономическая зона аэропорта получила статус государственной стратегической платформы. В 2014-м хэнаньская инвестиционная компания гражданской авиации купила 35% акций грузовой «Карголюкс». Вслед за этим образовалась целая воздушная сеть, связывающая город с Европой и Америкой. У нас есть прямые рейсы из Чжэньчжоу в Милан, Люксембург и Лондон в Европе, а также в Чикаго и Атланту в США. Причем без транзитных пунктов. Это делает нашу торговлю более удобной, а значит и процветающей. Намерение поддержать строительство воздушного шелкового пути между Чжэньчжоу и Люксембургом Китай выразил в июне этого года. Он предоставил внутренним районам страны новый шанс для расширения внешних связей. Этот вопрос в июне 2017-го обсуждали председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Люксембурга Савье Бетель. Они договорились укреплять сотрудничество в области логистики и финансов. А для провинции Хэнань, которая находится в центре Китая и не имеет выхода к морю, это особенно важно. Создавая систему воздушной логистики и развивая финансирование цепочки поставок, мы можем создать экономику хаба и привлечь Чжэньчжоу больше ресурсов. Речь идет о высокотехнологичных производствах, индустрии услуг, финансовых и страховых компаниях. До сих пор в провинции Хэнань преобладала аграрная экономика, но развитие транспортных и логистических систем позволяет ей интегрироваться в экономику мировую и стать частью крупных промышленных цепочек. Это поможет провинции более активно участвовать в строительстве пояса и пути, повысит международное влияние и региональную конкурентоспособность. Татьяна Климова, CGTN.